Hello, ты находишься на канале Manara Play, и мы продолжаем проходить Алису. Этот рушечок продолжаем мы проходить. Ну, не знаю, трешак, конечно, такое тоже, с одной стороны. Мне просто интересно, что там есть. Мало ли там что-нибудь интересное, где-нибудь какое-нибудь оружие дополнительное, нет, кроме жизни. Чувака стывшего, больше ничего. Ну, ладно, погнали, значит, сразу в портал. Логово Бармаглота. Ага. Ясно. Алиса, ты заставила меня ждать. Ты никогда не слышала о пунктуальности? Ты так похож на помощника нашего стоматолога. Ты всегда опаздываешь, верно? Часы растекаются между глупыми видениями и тщеславным бахвальством, и ни на что другое у тебя не остается времени. Больше ты ни на что не способен. Даже ругаться не умеешь. Наверное, твои родители надеялись, что ты придешь к ним. Возможно, они думали, что ты могла бы предупредить их об опасности. Ты ведь была рядом с источником пожара. Но ждали они напрасно. И погибли из-за тебя. Мы все спали. Это нелепая случайность. Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес, пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. Родители наверху корчились в адских муках боли и ужаса. Ну конечно, да, естественно, что надо лучше меня бомбить. Закидывай его. С ним должна быть простая битва, достаточно. И очень, я думаю, такая, типа, банальная. В том плане, что его просто надо задамажить. Ауч. Ну да, мне кажется, это подамажит. Ну тут, конечно, на боссах в этом плане, конечно, они скучненько сделали, что типа ты особо... Ауч, а ты тут откуда? Вот только мне не хватало тебя еще. И подлагиваний. В целом. Дай хпшку свою. Блин, это оружие просто читерское. В том плане, что оно бьет именно четко по нему. Ой-ой-ой-ой, у меня хпшек почти не осталось, лови. Он сам своего задавил, что ли? А нет, спасибо, что скинули. Я так и думал, что именно таким вот чем-то это и закончится. Давай. Блин, а я неприлично ему хпшку уже снял так-то. Что-то подлагиваешь. Да, только не надо вот так огнем кидаться. Так, а, их сразу двое появилось. А в смысле сразу двое? Так, минус один. Закидываем, в принципе, можно было бы... А, нет, нельзя близко подходить, то что с него пушек дается вообще мизер. И очень ясно, накидываем просто по возможности, и все. Ну, давай сейванемся на всякий случай. Ай-яй-яй, не бей меня. Так далеко ты не бьешь, отлично. Сейвимся. Ну да, это простая битва в этом плане, что она просто такая, типа, на силу. Все? В смысле нет? А вот и его глаз. Выдрал один. Эй, Алиса! Бармаглотов жезл собран.
Войска ждут. Все готово. Бармаглота я беру на себя. Ты наша защитница. Веди нас к победе на замок Червоной Королевы. А что, у меня какое-то новое оружие будет? Фига, он лучом бьет. Чё? Офигеть. Это что-то прям читерское. Так, окей. Это кто такой вообще? Что за лицо? Ну, энергии, конечно, она требует нереальное количество. Так, ладно, пока что будем пользоваться нашим любимым оружием. Лови. Ну, такое, да, не всегда эффективно. Как ты бьешь-то так далеко? Так, отлично, тебя добили, и остался ты только. Лови. Тебя добили. Отлично, ты кто? Расскажи нам, кто ты. Это яйцо, да? Тоже разбитое. Ладно, хорошо. Он не разговаривает. Там закрыто, там мы были. Ну ладно, не хочет разговаривать с ним, надо. Так, в это королевство мы ходили, но уже закрыто. То есть нам, в принципе, только последний босс остался, я так понимаю. Лови. Офигенно просто бить вообще за километр. Прям честности. Лови. Но на этого пришлось много потратить. Дайте сердце. Так, отлично. Ну что-то они прям не запарились с последними локациями, потому что вот эта вот серая фигня, ну типа кирпичи эти бесконечные. Чё, блин, а чё, он еще мощнее бить не может? Гаун живучий. Ладно, добил. Так, отлично. Лови. Ауч. Слушай, они сильные, прям реально. Ну, сделано, по крайней мере, сильными. Гейт, взрыв, конечно, отнимает. Так, здорово. До свидания. Все, так, это... Которые вначале были легкие, по-моему, да? Давай-ка на всякий случай засейвимся. Просто мы столько прошли, я уже немножко переживаю после того автосейва неудачного. Ой, да пошел ты в баню. А, то есть разрушить их можно только... Только Бармаглотов жезл может открыть. Понятно. Эти ворота. Все, все будет. Прикольно. Так, отлично. Мы уже в королевском двору. Ну ладно, пойдем с этой стороны. Я думаю, что принципиально есть разница, с какой стороны идти. Здорово. Типа из мощных этих черных. Да, давай, своего.
Правильно. Дети не мощные, конечно. Класс. Это они прикольно, конечно, придумали. Так, ну по-любому с этой стороны еще кто-то будет. Погоди-ка, если мы оттуда поднялись сюда... Ага, ясно, ожидаемо. Это будет какая-то подстава. Так, а мы можем пойти здесь и здесь, ладно. Воу, это там, конечно... Подожди, а почему вниз? Там вверх, а здесь вниз. Это заточение есть? Ну, в тесном пространстве лучше этого оружия. Просто не придумаю, что оно постоянно отбивается. По 10 раз. Так, ну ладно. Давай сходим вниз. Хотя в целом, я думаю, что это лабиринт, и типа он не имеет что. Давай-ка заставимся здесь. Это как-то они прям запутали. Телепорты, смотри, еще. Прикола, почему так много стражи. Оберите вам костяшки, кстати, на. А чё, никто не вышел? На костяшки. Ладно. На костяшки. Прикол, что никто не выходит. Ладно. Так и быть, не хотите по-нормальному, будет по-обычному. Что-то я не понял вообще, тут локация огромная. Куда идти надо, что делать надо. Ну как бы подниматься нелогично. Но, скорее всего, это лабиринт. И я не удивлюсь, что мы выйдем снова к телепорту. Что он как-то закольцован так. Что мы все равно выходим к телепорту, да. Опять то же самое место. Ну ладно, давай. А, он липовый. Погоди, наверх мы шли. Да ладно, он реально закольцован. Королева. Здесь. Хорошо. Так. А здесь мы проходили. Вниз, точнее, мы шли. Давай теперь вниз, но от телепорта влево пойдем. Прикольно. Я люблю такие вещи, когда всякие такие лабиринты или что-то такое прикольное. Хорошо. Допустим, телепорт этот не работает. Значит, мы идем туда-сюда. Да, потому что здесь вот стражники. Ой, а что у вас так сразу дофига тут у всех? Всех их сразу. А вот не надо было так, ну ладно. Офигеть, сколько шаров-то надо на тебя. Дай хпшки. Отлично. Ну понятно, короче, мы должны идти туда, где не повторяется что-то. Офигеть, вы закидываете.
С одного удара просто ножом. Так, ладно, возвращаемся к нашему любимому оружию. Правда, нафигово прочитал пы. Так. А, ну отлично, значит, на пятерочку у нас это, на это. Ну понятно, что это опять лабиринт. Опять нам придется пойти в одну сторону. Мы ничего не встретим. Логично. Так, а мы вышли снова к этому телепорту. И учитывая то, что мы шли вниз для того, чтобы дальше пройти, то в теории нам вниз просто надо с левой стороны прийти. То есть он выкидывает нас на каждом этапе. Или нет? Так. А нет, закрыто, значит нам не сюда. Значит нам, скорее всего, теперь наверх. Или прямо обратно. Еще узнаем. Сюда еще мы не ходили. А, теперь здесь новая локация, ясно. Может, мы добьем его когда-то? Отлично. Так, здесь они. Ну давай пойдем попробуем снова вниз по старой доброй схеме. А, внизу типа никого нет. Значит, нам, скорее всего, наоборот, в середину идти надо. А в середине, кстати, мы это единственное, где не были. Это я точно помню. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Давай так и быть, пускай. Не знаю, что это дает совершенно. А, короче, сейчас попробуем их из... ледяной пушки, мне кажется, это будет чуть-чуть быстрее, как будто бы. Да, готово. Да. Энергии, конечно, тратится нереальное количество, но... ладно. Так, зато мы быстрее проходим гораздо. Снова в начало, кстати, пришли. Если мне не изменяет память. Да, снова в начале. Погоди-ка, но если мы снова в начале, не надо ли нам пойти вообще вот сюда, например? Потому что здесь как будто бы мы не ходили вообще. Нет, отсюда мы пришли. Отлично. Ну да, так гораздо быстрее зачищать, конечно, ничего не скажешь. Прям моментально. Так, есть вопросы, куда идти? Придумано очень неплохо. А, этот чубрик нас ведет. Что ты хочешь? Зачем ты со мной бегаешь? Типа что-то открыть сможешь? Странный черт. Здорово. Так, отлично, готово, готово. Но, видимо, куда-то... не знаю, сюда, что ли? Нет, здесь я был. Ауч. Ладно, давай сходим туда, наверх. Вот тут, тут был проход. Странно, чё? А, мне, наверное, надо привести его к воротам туда. Там, короче, у ворот. Надо же вдвоем встать. А куда он исчез? Пацан. Алло, побежали за мной. Мне кажется, мы неверно бежим, потому что надо идти вниз. Сейчас, короче, будет понятно.
Так, кажется, туда. Сюда и. А вот не помню, вниз. Давай пробуем вниз. Так, окей, хорошо, я понял, то что надо где-то здесь пройти. И этот поцик, наверное, скорее всего, должен нам помочь. Ага. Неправильно. Сюда. Но не вниз, а вот сюда. Я забыл, где мы добирались до ворот. Сейчас, секундочку. Так, хорошо, допустим. Я просто забыл, где добираться до ворот. Мне кажется, кругаля не вертели. Ой, а вы откуда? Не понял. Куда они все убегают? Я не помню, куда идти. Не вниз. Вообще не помню. Ничего найдем, конечно. Погоди-ка, мне кажется, не сюда. Поцик, погнали. Так. Давай, допустим, сюда пойдем. Нет, отсюда мы пришли. Повернули налево, и на нас прибежали эти чуваки. По-моему, я в конец запутался, где я нахожусь. Сейчас разберемся. Так, это мы вообще в самом начале. Хорошо, мы в самом начале. И с самого начала мы пошли направо. Отсюда, значит, мы пошли. И пошли вниз, прямо, по-моему, сразу. Пошли вниз. И отсюда... Куда мы повернули? Пошли снова вниз. Где-то там мы должны встретить телепорт ложный. Так, вот шляпник. Отлично, вот телепорт. Когда мы идем вверх, она повторяется. Нам надо здесь идти вниз. Здесь мы идем вниз. Да, вот она. Отлично. Так, и мы здесь, хорошо. Я так понимаю, что пацан должен помочь мне открыть это все дело. А, нет. А, я должен поставить пацана и успеть пройти. Да. Я же говорил, что она так сделала, что специально пацан нужен. Так, ладно. Хорошо, мы в замке. Спасибо за совет, и так было понятно все, прозрачно видно. Так. Ладно, давай-ка мы здесь на всякий случай засейвимся, потому что надо. Окей, доехали. Я так понимаю, что здесь чисто на прыжки вся эта тема. Вот только тебя мне не хватало. Так, здесь бы какое-нибудь оружие. А здесь нет такого классного оружия, которым можно пользоваться. Здорово. Ну, он, конечно, вообще умирает моментально просто от штуки.
нам куда-то туда. Да, офигенно, спасибо. Придумано просто здоровски. Ага. Давай, дуй там. Да блинский. Он сколько-то потеряет периодичности. Да ну как ты прыгаешь так, а? Так, окей, готово. Готово. Дуй. Перестал дуть, полетели. Перестал дуть, полетели. Да ну нет, ну в смысле перестал полностью дуть, а не так просто. Да как так-то? Ладно, давай попробуем не торопиться. Дует, никуда не идем. Перестал дуть, пошли. Дует, не идем. Перестал дуть, пошли. Дует, не идем. Перестал дуть, пошли. Ну офигеть. Мне кажется, что это немножко сложновато сделано. Здорово. Дед. А в смысле вас двое? Второй где? Где там? В центре. Ладно. Хрен с тобой. Ну, где-нибудь там остановится, ничего страшного. Так. Хорошо. А, так, отлично, мы тут уже выше. Это незаметный, конечно, жесть. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу... Кажется, я увидел, что еще один летает, да. Иди сюда. Еще один? А вас не слишком дофига? В телепорт тут попасть. Так, хочу, короче, я здесь засейвиться на всякий случай. Блин, там аж где? На нормальное сохранение. Так, хорошо, значит, здесь мы уже прошли, здесь хорошо, здесь все классно. Здесь снова пролетать надо. Куча всего. Замечательно. Да блинский. Опять это ветродуйка. А в смысле? А, я сохранился не на этом сохранении. Ясно. Еще один. Иди сюда. Отдай свою энергию мне. Отлично. Надо, короче, перед каждым прыжком, походу, сейвиться. Потому что тут такая фигня. Кто меня сдул? А, вон. Давай, дуй. Дует. Не идем никуда. Не дует, погнали. Отлично. Здорово. Так, здесь больше никто не летает. Никто мне мешать не будет. Отлично. Ну, пошел ты в баню. А, телепорт с обратной стороны. Все, я понял, хорошо. А, что это такое? Где мы теперь? Это куча лабиринтов было перед червоной королевой, да, что ли? Опять лабиринт, они что, угорают? Да ну нет. Нельзя же так делать. Ну реально, нельзя же два раза лабиринт делать.
Что там такое? Ну ладно. А, мы можем под воду попасть, ясно. А надо ли она нам? Давай на всякий случай здесь остановимся. А, ну в принципе у нас по времени получается, что мы уже и как раз закончим. Что же я могу сказать? Спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Дискорда, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.